Надо поддержать друг другу. Надо подниматься, как армяне поднялись когда-то. И сегодня армянский народ живет спокойно. Но Путин поддерживает тех воров, тех кидаловщиков прямо в Москве. Народ русский, народ России. Я такой же народ, как вы. Вы не думайте, что я пришел какой-нибудь шалопай перед вами и хочу выступать. Я хочу сказать, что сегодня мы с вами, я как армянин, призываю всех советский народ, всех до единого, станьте нашими братьями, рядом с ними, и мы победим. Если мы дадим этот шанс, чтобы освободить Фургала, это будет у нас один цель. Для беспорядков хватило бы и одного провокатора. Вот в толпе бывший активист движения «Наши» Лев Арзуманян. Он за этот вечер успел изобразить и фашиста, и большого друга Кавказа, и помощника пресс-секретаря ГУВД Бирюкова. И все перед объективами телекамер. Он очень старался, но и у него ничего не вышло. Идите на фиг своими Россиями, все! А в России есть День Армении, да? Я хочу так и все. В России есть День Армении? Я все. Россия, любовь. Fuck Россию. Fuck. Forever fuck Россию. Армения и все. Все. Россия. Требуем, чтобы в России был День Армении. Да, извините, граждане России, мы требуем Россию день. Говор телекама отсюда этот. Зачем вам? Турсаке кедр, русы сапоги таки. Энчи петка Хаястан йор чулинин, да, лискит мермотерни Москва йор. Ձեզ վանդալիզմ է մեր ազգի հանդեպ, հա? Դե Պուտինը ոնց որոշեց այդպես է, հա? Զանգի ասել, զանգի ասա, որ ասում ենք դուք ինչ ասել, զանգի ասա, որ ասում ենք դուք ինչ ասել, զանգի ասա, որ ասում ենք դուք ինչ ասել, զանգի ասա, որ Просто մի քիչ թասի բու ինքնասիրությունն է պետք ունենալ, էլի։ Никита Исаев, директор Института актуальной экономики. Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, считает, что в отличие от Америки, которая рационально использует тактику мягкой силы, Россия пытается решить вопросы через большую политическую игру, а это не всегда эффективно. Прежде чем надам назад вопрос, я хочу уточнить. Вы совсем недавно были в Армении, вернулись оттуда, видели все своими глазами. Да. Что там происходит? Да, видел. Да, весьма печальное зрелище. Я Отлично. Бываю в Армении, и в этот раз ситуация крайне изменилась. Год назад русофобские настроения в Армении составляли 18%. Сейчас это 82%. Иными словами, вот эта мягкая сила, так называемая, ровно такая же, как, которая была и в Украине. Очень правильно Николай приводил соответствующий пример. Мягкая антироссийская мягкая сила. Антироссийская...
очень хорошо. Хорошо, тогда на армянском, пожалуйста. Все равно это в эфир не пойдет. На русском, а вы мне отвечать на армянском. Вы знаете что? Русские, несколько человек повели, Бог знает куда, и сказали, что Крым наш. Почему-то. Мы сейчас не про Крым. Нет, почему-то. Ах, Карабах уже 25 лет мы тужимся. Карабах почему-то, потому что ему надо продать свое оружие. И все. И ваше... Рина, когда вы начнете правду передавать? Вы вообще русский великий кидал. Мы же следим за вашим репортажем. Что я никакой... А я, вот я хочу сказать. Давай, митинг... Не надо меня фотографировать. Митинг, где 3000-4000, вы передайте, что там 500-600 человек. Вы все равно неправду говорили очень много, долгие-долгие века. Вся наша беда из-за вас, кстати. Кстати, и в 2015 году тоже ваша вина. Я хочу за слово тоже сказать. Скажите. Вы думаете, что вот сейчас вот с Турцией вы отношения ладите? Вы думаете, это надолго? Через какое-то короткое время они вас кинут. Это же турки, неужели не понятно? Потому что она одна семья. Она одна семья и одна кровь. Ради элементарных шкурных интересов, вы что делаете? Все равно эти деньги не пойдут русскому народу. Они все равно наверху все раздолбанят и все. Но останетесь только вот, мы, россияне, останемся мерзавцами, понимаете? Они такими были очень долгие века. Очень долгие века. Разве это непонятно? Разве они террористы? И 24 апреля ваш венок нам не нужен. Брест-Литовский. Вот они армяне. А вот я сейчас прошелся по улице, вот по центру. И там море моих же земляков. Не они армяне, а вот эти армяне. Вы русские великие кидала. Потому что у вас монгольская татарская кровь. Вы сами турки, вы сами турки, вы сами турки. У вас татарская кровь. А зачем яичко пилявается? Ведь постоянно все стали рам, стали рам, и я бы расстатил. Ребята,
Ne yapıyorsun? 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 Ne y